Пятнистая кошка поселится в центре Владивостока. Изображение дальневосточного леопарда украсит площадку на набережной спортивной гавани. Работает над арт-объектом художник Юрий Шишков. С прошлого года я начал серию художественных работ с нашими дальневосточными животными. У меня был список животных, искал тех людей, с кем можно скооперироваться, чтобы этих животных нарисовать. Вот, там были, допустим, леопарды, были орланы, кто еще там, кабарга. Совместно с дирекцией заповедников «Земля леопарда» художник запустил сбор средств на создание масштабного арт-объекта. Идею поддержали многие. На собранные деньги удалось купить краски, холсты и все необходимое. Для защиты от приморской погоды мастер использует специальную антисептик-краску. А само изображение при необходимости можно будет переместить, так как написано оно на составном холсте. Прототипом для изображения стал снимок леопарда из дикой природы по имени Василий, фотографа Николая Зиновьева. Его тоже выбирали путем народного голосования в соцсетях. Особый символизм заложили и при выборе места. Примечательно, что дальневосточный леопард, который будет изображен на панно на набережной, будет смотреть через берег, через Амурский залив на своих собратьев в дикой природе, которые живут в национальном парке «Земля леопарда», всего в 12 километрах от места, где будет расположен новый арт-объект. В дикой природе этот кот живет только в Приморском крае. Он едва не исчез с лица земли, но благодаря созданию нацпарка под вид удалось спасти. Сейчас на юге Приморья живут уже 125 пятнистых хищников. Дальневосточный леопард является одним из символов региона наравне с амурским тигром, но пока не может похвастаться такой популярностью. Однако теперь панно площадью почти в 20 метров будет радовать прохожих и напоминать им о том, что таких удивительных животных в природе сохранить просто необходимо.